Всем привет! Друзья, хочу сегодня я проверяю свои нуклеусы и как бы хочу показать в работе улей-нуклеус, универсальный улей-нуклеус полистирола, который у меня работает как нуклеусы для вывода маток. Он поделен у меня на перегородке и есть два матка места. Уже я по несколько маток отобрал с них. Работой доволен. В принципе, когда они появились на рынке, я уже знал, что этот улей-нуклеус для моей пасеки подойдет. Как бы я был уверен в этом, потому что у меня есть нуклеусы на рутовскую рамку, только деревянной, и с ними я проработал и как бы знаю все их плюсы и минусы. Этот нуклеус, он просто с пенополистирола, ну, уже в работе он показал себя с отличной стороны. Ими я доволен, и большое спасибо Алексею и Денису. Ну и хочется, так сказать, что-то показать и что-то рассказать, что тут да как тут. Тут у меня не знаю, нужен камешек или нет, но у меня лежит, сдует или нет. Вот так выглядит нуклеус. Как видите, пчелки работают. Работают хорошо. Маточки оплодотворяются. В принципе, доволен. Пленочка прополисует, конечно. Пчелки сидят. Вот у нас вот здесь медочек. В принципе, ничего такого я вам не покажу сверхъестественного. Просто я смотрю их и вот решил. И тут то же самое. Подковочка. Тут у меня матка. Если бы найти, чтобы показать. Засева я не вижу пока. Тут неплодная матка. Ну, в принципе, три рамочки. Вот такой улей-нуклеус. Смотрите, что с рамочками. Залили все липкой и дозалили подсолнухом. Очень хорошо. Я всегда своих этих нуклеусов хотел вам показать маточку, но она тут еще не сеет. Но уже где-то она здесь есть. Вот так состоит нуклеус. Очень удобно, очень хорошо. Здесь у нас особо показать в принципе нету. Обычный нуклеус. Обычно пчелки работают. Где-то маточка есть. Пойду, давайте посмотрим теперь следующий, который я у меня там, он там стоят они. Там. Ну, как бы, почему-то я осталось у меня два. Решил показать, что у меня творится в них. В этих нуклеусах. Снизу сетчатое дно, пчелки не выкучиваются. Пчелок тут хватает. Очень удобно, очень хорошо. В принципе, доволен. Есть вот строят мостики небольшие, восковые. Посмотрим, что у нас здесь. По-моему, в этом нуклеусе должны быть плодные матки. Да, так и есть.
Вот такой расплод у нас. Вот медок, расплодик. Здесь расплодик. В принципе, в таких нуклеусах очень удобно. Чем удобны, как вот по мне, эти нуклеусы? Это тем, что очень удобно манипулировать рамками. Допустим, вот у нас есть расплод. Если есть перенаселение пчел, здесь расплод, засевчик, расплод, и метком подзалили пустые рамочки. Так, так вот, чем удобно мне с ними работать? Взаимозаменяемость рамок на пасеке. Я, допустим, перенаселение смотрю, пчелы много, или расплода много, или меда много. Я отсюда забираю рамочку и подставляю сюда рамочку, допустим, вощины. Рамку с расплодом переношу в семью отводок, там где, ну, слабенькая семья или другой отводок, где надо подселить. А сюда ставлю вощинку, и матка дальше сеет. Очень удобно тем, что... Вот, смотрите, что сделаю. Это ставилась новая рамочка, полностью запечатанная. И вот, опять же, плюсы этих нуков. Микронуков такой, есть рамочки, но это как сотовый мед. Здесь я с таких нуклеусов, просто с деревянных таких же самых, забираю рамочки, по одной рамочке как минимум, ну не как минимум, а в среднем я забираю для откачки. Вот сейчас вот эту рамочку можно забрать сюда, ну не можно, я так и сделаю. Заберу рамку медовую на откачку. И сюда подставлю вощинку, и пчелы дальше будут оттягивать, будет им работа, будет место под засев матки и так дальше. Так, ну это я, по-моему, мы смотрели. Тут тоже расплодик, засев. И вот именно прелесть вот этого нука, то, что они быстро наращиваются. Хороший термо, так сказать, климат, потому что он теплый. В жару пчелы не выкучиваются. Ну, рамочка, понятно, что это не зависит также это и от качества матки, как засев здесь. Но я заметил, что как раз в таких рамках матки хорошо сеют, хорошо рассеиваются, матки оплодотворяются хорошо, то есть хорошего качества, и так дальше. Так, посмотрим, что у нас здесь. Чуть-чуть, мне кажется, когда рамки раздувают пчелы, кажется, что мало места. Трудно вытаскивать рамочки. Здесь медом залито. Здесь он трутень, сеяла матка. Вот, что не очень удобно вытаскивать. Ну, нормально. Так. Вот здесь расплодик, смотрите, точно так же картина. Здесь матка плодная. Но я здесь маток еще не метил. Засев на выходе. Ну, это правда расплод не от этой матки. Это расплод от предыдущей матки, которая уже кому-то поехала. Кто-то ее уже получил. Вот так, в принципе, так в нуках сеют матки. Ну, практически во всех нуках так матки сеют. Где-то лучше, где-то хуже. Ну и тут точно так же и перга есть, и мед есть. Хотя пчелы не так-то и много. Ну вот это прелесть карники в том, что пчелы немного, но мед всегда у них будет. Так, есть такое дело. Так что вот такие, друзья. Надо было... Вот не могу я снимать видео, рассказывать и работать, потому что надо было маточку посмотреть. Вот, друзья, такие нуки, и я доволен ими. Я их и рекомендую многим. Это не из-за того, что реклама именно их. Да, это и реклама, и просто хочется поделиться с людьми, что... У нас есть в Украине тоже неплохой инвентарь, хорошие производители.
Повторюсь, чем классны эти нутки? Взаимозаменяемость рамок на пасеке. Это, ну, для меня это очень важно. Очень удобно то, что я могу здесь держать матку по сравнению с микронуклеусом весь сезон. Ну, понятно, что надо контролировать этот процесс. Засеяла матка, негде сеять, рамочку с расплодом забрал, если там есть две рамки расплода, одна медовая. Если залились медом, вытянул мед. Вот в данном случае мне надо отсюда, с этого и с этого отделения вытянуть по рамке меда полномедного на откачку, сюда подставить вощины. Ну, это только плюс, и я вижу, что это только плюс, потому что помимо плодной матки, я еще отсюда получу с этого улья нуклеуса еще две полномедные рамки. И это, ну, не то, что, может, кто-то подумает, вот, что я там, может, подставил эти рамки или тот же расплод. Нет, мне это не интересно, оно действительно так и есть. И вот в этом его прелесть. Рамки, взаимозаменяемость. Если он слабенький или матка пропала, нету расплода, я беру с обычной любой семьи рамочку открытого расплода, печатного расплода, подставляю сюда, этим увеличиваю пчелу, количество пчелы в нуклеусе. То есть мне не надо трусить сюда пчелу, просто беру рамку с расплодом. Точно так же рамку с открытым расплодом, чтобы они потянули там маточники, чтобы потом их выломать и подставить маточник на выходе. Классно, реально классно, очень доволен. Еще раз хочу поблагодарить Алексея и Дениса за проделанную работу. Вот этот нук я не красил, ну и второй у меня там есть. Я оставил его некрашенным, чтобы посмотреть, как он будет себя вести, полистирол. Понятно, что он со временем на солнце будет как-то себя выгорать, я не знаю, что с ним там происходит, ультрафиолет и так дальше. А другие нуклеусы у меня крашеные, красил краской PF-115 зебра, по-моему. У меня была желтая и белая краска, ими покрасил, пленочка сделалась, дождь, ну, как по мне, дешево и сердито и классно. Так что вот такие дела, друзья, с нуклеусами. Рекомендую, и я думаю, кто их возьмет, не пожалеет. Очень много манипуляций с ними можно проводить. Вывод маток, два отделения, которые две матки с одной закладки практически. Ну, пускай даже три матки окупают этот нуклеус. Вот я его купил, заселил его. Да, первое заселение, кажется, надо много пчелы. Но это все нивелируется тем, что я в них могу хранить целый сезон матки. То есть держать, только подставлять вощинку, забирать расплод, мед забирать. Все это просто надо контролировать. А так, очень доволен. Не знаю, хвалить. А почему бы не похвалить? Молодцы ребята, классно. Скажу откровенно, если все нормально, то еще таких штук 50 я обязательно возьму. Потому что очень они окупаются практически сразу. Отсюда я уже, честно, я просто не веду статистику на пасеке, что неправильно. Ну, отсюда уже, по-моему, по пару маток забрал. И вот, я же говорю, заселил две матки, забрал, продал. И все, нуклеус у меня, улей нуклеуса купился. В зиму буду зимовать их. И точно так же по три отделения специально, чтобы показать вам. И часть буду зимовать именно отводочка. Заберу одну матку, одну оставлю. Через время я их вытяну перегородку, объединю, и они у меня будут зимовать, как обычной семьей. Я больше чем уверен, они будут зимовать. Будем пробовать зимовать на три рамки. Тоже думаю, что будет зимовать, потому что у меня зимуют в деревянных по три рамочки. Главное правильно подготовить. Тут многое зависит от пчеловода. Естественно, и буду зимовать, а там будем смотреть, буду показывать. Вот такое видео получилось рекламное. Да простите меня, пожалуйста, за рекламу. Что еще хочу сказать? Друзья, для тех, кому стало интересен, заинтересует
этот нуклеус. У меня есть такое предложение. У меня есть так для вас промокод. Промокод, который называется Фабро. Он здесь, я его сейчас выставлю. Промокод Фабро. И этот промокод будет действовать до 1 сентября этого года, 2017 года. Что это означает? Кто надумает купить эти нуклеусы, звоните производителям. Кстати, координаты, контакты Дениса и Алексея будут в описании под этим видео, в описании. Там будут все их координаты. Вы можете звонить до 1 сентября, говорить промокод Фабро, и вам будет скидка. Что это за будет скидка? Это будет оптовая цена. То есть вы можете купить этот улей-нуклеус от одной штуки по оптовой цене. То есть это и будет скидка. Я думаю, это будет многим интересно, потому что, ну, к примеру, если оптовая цена там 450, 60, там 460 гривен, пускай оптовая цена, а розничная цена 550 гривен одного, то я думаю, 100 гривен скидка это существенно. И для тех, кто хочет попробовать эти нуклеусы, я думаю, стоит попробовать, друзья, потому что, ну, не кривя душой, не то, что я там общаюсь с Денисом, да, я с ним общаюсь, дружу, он очень хороший парень, очень мне много помогает во многих вопросах, и это не из-за того, что я с ним дружу, а просто мне хочется, чтобы у нас в стране, в Украине, было побольше таких людей, как Денис, и больше и люди могли иметь хороший, качественный товар. Я считаю этот товар хороший и качественный. Понятно, что это производство, и в производстве могут быть какие-то недочеты и даже брак. Но, насколько мне известно, люди уходят от этого, люди стараются минимизировать процент брака. Ну, это производство, так что тут ничего страшного нету. Главное, что люди идут на контакт, всегда могут поменять. И главное, что люди не уходят в отказ. Это я знаю 100%. Ну, не об этом дело. Дело о том, что нуками, этими ульями, нуками, для меня они нуклеусы, потому что я занимаюсь выводом маток. Я ими доволен, в работе они себя показывают хорошо, матки хорошего качества с них, хорошо матки здесь сеют. Я думаю, они хорошо будут в них и зимовать. Очень удобно манипулировать с ним, с рамками. Ну и кому понравилось видео, ставьте лайки, кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь, кто не подписался на мой канал. Ну и не забудьте про промокод Фабро. Говорите промокод Фабро, и вам будет оптовая цена при покупке от одной штуки. Но повторюсь, эта цена будет, промокод будет действовать до 1 сентября 2017 года. Все, друзья, с вами был Иван Фабро. До новых встреч. Пока.